Чехии завершился Кубок Европы по дзюдо. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 29 стран. Соревнования принесли украинской команде 4 медали разного достоинства. В составе национальной сборной отличились 2 воспитанника Днепропетровской школы дзюдо. В первый день соревнований в весовой категории до 60 кг бронзу завоевал Сергей Мишалов. На пути к награде он провел 7 поединков и лишь в одном за выход в четвертьфинал уступил азербайджанцу Ибрагиму Алиеву. Во второй день удача снова улыбнулась днепропетровцам. Никите Матлашевскому в категории до 81 кг удалось занять 3-е место. На чешских татами он получил 3 досрочные победы над соперниками из Хорватии, Италии и Германии. Оба днепропетровских спортсмена отобраны на кадетский чемпионат Европы Ю-18, который будет проходить с 1 по 3 июля в Финляндии.